Привет! Сегодня Эльдарчик, Салли и Майк будут искать сюрпризы на стройке Лего. Салли! Привет, Салли! Привет, Майк! А где же наши сюрпризы? Эльдар, давай позовем грузовичок Лего и пусть он нам привезет сюрпризы. Грузовичок Лёва! 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 Эльдар, привези нам грузовичок Лёва. Вон грузовичок Лёва. Тень сюда едет. Лёва едет ура! Лёва! Эльдарчик везет грузовичка Лёву. О! Вот, ничего себе! Эльдар выгрузил огромные сюрпризы! Три огромных яйца! Ну-ка, что же там? Сейчас мы будем открывать! Что нам попалось в первом яйце? Это грибок! Это грибок из Марио! Да! Привет, грибок! Привет! А тут Эльдар открывает уже второй. Давай поможет тебе, Салли. Второй. Ну-ка. Я хочу уже с ним поздороваться. Кто это, Эльдар? Это птичка из Angry Birds. Да. Привет, птичка. Привет. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Что же попадется в третьем сюрпризе? Эльдар говорит, что там что-то вкусное, там ням-ням. А можно я помогу? Да. Давайте я постучу, может оно само откроется. Тук-тук-тук. Эльдар, стучи, помогай. Что же там? Ну-ка. Ой. Мне кажется, ему там понравилось. Не хочет вылезать. Вот он! Ой, какая малютка! Это покемон! Ого! Тогапи! Тогапи! Покемоны захватили всю планету! Он не валяшка! Какой красивый! Если кто смотрел покемонов, то девочка, подруга Эша, это ее был любимый покемон, она всегда с ним ходила. Класс! Мне очень понравилось искать сюрпризы. Спасибо тебе, грузовичок Лёва. Спасибо, грузовичок. Эльдар, ты к нам еще приедешь вместе с грузовичком? Грузовичок Лёва привезет нам еще сюрпризы? Да. Ура! Классно! До новых встреч! Пока-пока. Пока.